Не, ну а чего мне говорить-то? Вообще, чего вы меня снимаете-то, ну? Не понимаю. В интернет потом выложите, да? Чтобы... Надо мной все пацаны усыкаться будут потом. Я говорю, это что, мой нос, что ли, аварийную ситуацию создает? Понимаете? Нос мой. Они издалека видят. Вот, видимо, все-таки нос. Потрясающие сливы, вы знаете. А вот такие спелые, без червячков. А вот вы нигде не встретите такие сливы. Почему-то считают, что Кишинев это, простите, это говно. Но это неправда, потому что это мой родной город, я очень люблю, это родина моя. Здесь для меня медом помазано. На деревьях доллары растут. Налево поверну, стих рассказывают. Направо песенку поют. Ну, в общем, короче, один нож достал, и мне в спину, короче, вот так вот. Ну, шрам у меня вот остался. Ну, вот как бы. Вот у меня любовь еще так не было. Ну, конечно, нравится, бывает, нравится. Просто человеческая глупость. Люди не могут, они не могут понять, что если вот ты в молодости как бы пьешь, куришь и живешь вот этой вот дворовой жизнью, то ты посчитай на 2-3 шага вперед, что у тебя будет потом. Но люди этого не могут делать, они просто это не умеют делать. То есть даже если взять, если ты, допустим, на баб смотришь как на блядей, вот только бляди сюда попадают, понимаешь? Я бы сюда ни за что не приехала. Это все от того, что жизнь круговерт. А? Расскажите о себе. О себе рассказать? Да. Я о себе, а ты о себе расскажешь. Хорошо. Хорошо.